6 января 2015 года. Мы находимся на берегу озера Сайма, Финляндия, близ Лаперанты, Тайпалсари. И рядом с гостиницей Lake House Сайма. Вот такое живописное место юго-восточной Финляндии, недалеко от Лаперанты. Здесь есть лодки, организуется рыбная ловля зимой, катание на лыжах, коньках, санях. Экологически чистый район Финляндии. Lake House, Тайпалсари. Солнце только всходит. Сейчас около 10 часов утра. Вот так здесь красиво. Это для барбекю, шашлыков, такие домики. И вот озеро. Видео заканчиваю. Спасибо. До свидания.